Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Есть идеи получше? На самом деле, да. У сайта «Удовольствие Night City» есть зеркало в Даркнете. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. Я попробую позвонить фиксерше Фингерса. Вакака. У тебя есть на что ее подцепить? Ну нет, а зачем? Да она не скажет, где эта студия, даже если знает. Слишком уж большой риск. А, ну ладно. Тогда просто пойду куплю брейн-данс. Поиграем немного в детективов. Окей. А я пока попробую найти что-нибудь на серверах полиции. Я подожду в машине. Хотел поговорить? Как твои дела, Вака? После таких вопросов люди обычно просят у меня что-то хитро вывернутое. Не в этот раз. Тогда мои дела отлично. Большое спасибо. А твои? Я ищу брейн-данс. О, какой ты особенный. У них на логотипе бабочка. Мертвая голова. О. Вот сейчас советую тебе быть поосторожнее. Ты знаешь, кто их делает? Где их снимают? А ты знаешь, как работают фиксеры? Давай-ка я объясню. Я не только заключаю сделки. Я могу совершить совершенно невозможное. Например, что? Например, сделать так, чтобы и покупатель, и поставщик, и даже посредник не вышли из игры. Или из окна. Ясно тебе? Так что никогда не спрашивай, кто, с кем, где, что, почему и зачем. Можешь достать такую запись? Ты неплохо делаешь свое дело. Я тебя уважаю и надеюсь, что ты еще не раз возьмешь у меня заказ. Сделаем так. Я достану, что тебе надо. Просто дождись посылки. Спасибо, Вака. Где мне ее получить? Мой человек оставит ее в надежном месте. Сейчас отправлю тебе координаты. Моему клиенту нужна одна вещь. Ты ее достанешь.
Вот это ход. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Ага. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Где-то я это уже слышал. Похоже на мусорщиков. Громкость выкрутили до предела. Видимо, чтобы заглушить крики. Заказ недавний. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Спецовка с нашивкой Корпо Электрик. Баба из мусорщиков. Ха, кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. О, этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Кофе остыл. Явно стоял со вчерашнего дня. Пицца выглядела свежей. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. У электриков была большая станция в Чартерхилле. Бак и Слайс там тоже есть. Но это все равно догадки.
любом случае, нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Ладно, поехали туда. Ясное дело. Ты со мной? Да, поехали. Погнали. Склероз – это одно из немногих заболеваний, которое нельзя вылечить, заменив пораженные ткани имплантами. Однако все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Эта свалка в 4000 гектаров – одна из крупнейших в мире. Там хранятся как биологические, так и ядовитые отходы. В этой борьбе с огнем погибло уже 7 пожарных. И еще 40 получили серьезные ожоги и отравления. Шведская академическая премия по литературе объявила нового лауреата – Вирджинию Гранчестер. Ее последняя книга «В тени яблони» и мы на месте. Сокровищем нашего поколения. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю под сеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Первый роман под названием «Реквием по самураю» был... Учти, там будет опасно. И если ты хочешь оставить меня здесь, прости, не выйдет. Роман «В тени яблони» — это драма, разворачивающаяся... Ладно, я пошел. Немногих заболеваний, которые нельзя вылечить, заменив пораженные ткани имплантами. Однако эксперты из Biodyne создали наниты, которые при введении в спинной мозг
обеспечивают постоянное восстановление нервной ткани. Заявленная стоимость этого новейшего метода лечения составляет 700 тысяч евро-долларов в месяц. Уже вторую неделю подряд на свалке, в которую превратились развалины Атлантик-Сити, бушует страшный пожар. Эта свалка в 4000 Я скопировала план. Сейчас буду. Попробуй найти проход на нижние уровни. Ты там живой? Живой! Решил не играть в скрытность. Я нашел спуск. Видишь, где я? Ага. Буду через минуту. Жди меня. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. О, знакомая рубашка. Эвелин? Да, точно ее. На сегодняшнюю партию метионина не хватит. Нормально. Добавим РТЛ, и все сойдет. Что за РТЛ? Эритритол. Типа конфеток для взрослых. А от этого эритритола ни у кого пена изо рта не пойдет. Иначе можно будет закрывать лавочку. Ты вообще понимаешь, что мы здесь готовим? Пропил метионин вставляет так, что даже парни из животных обсирают. Немного синтетического сахарку им не повезло. Ну,
сперва выдергаю. Тогда не убежишь. Похоже, Снафы — это только вершина айсберга. Погоди минуту. Сейчас я их кое-чем займу. А потом мы проскочим. Они здесь. Все, давай. Блять. Потекло. Ничтожество. Мы тебя в... Самурая, мы давали там объявление, что ищем модели на подтанцовку. Кажется, не вы одни пользовались этим методом. Работала на ура, тёлочки шли толпами.
Идем дальше. Наручники. Классика не стареет. Только это не пластиковые браслеты. Это сталь. Даже если ты пришел сюда сам, чтобы стать звездой, никаких гарантий, что ты отсюда выйдешь. Там как раз подсобка. Посмотрю, что можно Вырезали все импланты и заодно пару внутренних органов. Чего добру пропадать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело? Да уж. Клок.
Ты где? Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее. Смотрю, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного. Все, я здесь. Пошли искать. Жди нас, Эва. Это Эвелин. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Слышь, Джонни, что мне сейчас делать-то? Делай то, зачем пришел. Спрашивай, пока не узнаешь правду. Джонни, она без сознания. Или очень хорошо притворяется. Ну что, я готов. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три! Давай! Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Ее можно переносить? У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора. Что с ней случилось? Честно, я не знаю. Похоже на серьезную психотравму. Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. Каких это пор ты куришь? Так-то и вкус говно, и голова кружится. Но если я уж во что ввязался, то не бросаю. Торчок торчка видит из толчка. Сам такой же. Ну что, заходим? Дадим им немного времени.
Ты же видел ее? Если бы от меня что-то зависело, я бы вернул ее в сознание и допросил прямо там, на студии. Только от тебя тут ничего не зависит. Идем.